Привет, я Алексей Огневой. Я учусь на третьем курсе на направлении информационной системы и технологии Нижнетагильского технологического института. И сейчас я тебе расскажу, что такое личный кабинет абитуриента и как в нем зарегистрироваться. Личный кабинет абитуриента – это регистрация в системе вуза для подачи документа удаленно в электронном формате. Заходим на сайт Уральского федерального университета. Кликаем на розовую ссылку в самом верху. Выбираем абитуриенту и регистрируемся через кнопки регистрации – эту или эту. Ссылка на личный кабинет абитуриента есть и на сайте Нижнетагильского технологического института. Находим вкладку «Абитуриенты» и видим активную ссылку «Личный кабинет», которая также приведет тебя на страницу регистрации. Вводим данные. Все, личный кабинет создан. Что ты можешь делать в личном кабинете? Ввести все необходимые данные для поступления, как персональные, так и общие. Выбрать направление или специальность обучения. Вложить электронные копии всех необходимых документов. Если ты будешь сдавать вступительные испытания, в личном кабинете автоматически сформируется расписание экзаменов. Во время конкурса через личный кабинет можно менять выбранные направления. Конечно же, сроки, установленные правилами приема. А на этапе зачисления в личном кабинете ты подашь заявление о согласии на зачисление. Запомни, личный кабинет не почта, в нем нет сообщения абитуриенту о дальнейших действиях о зачислении. Ждать здесь каких-то инструкций о том, что и как делать дальше, бессмысленно. Как видишь, все просто. Кстати, ты можешь не ждать дня начала подачи документов и зарегистрироваться в личном кабинете абитуриента УРФУ уже сейчас.